с 18:30 до 21 часа на площади Южного Молла, это возле морского вокзала, будет уникальное событие, посвященное Дню физической культуры и спорта. На мероприятии можно участвовать всем категориям возрастов. Для детей будут веселые старты, но для взрослого населения у нас есть изюминка, которая называется «Силовой экстрим». Мы увидим наших силачей со всей страны. День физкультурника в нашей стране отмечают уже 34 года. В Сочи он стал одним из самых любимых праздников, ведь курорт всегда славился своими спортивными традициями. В программе Дня физкультурника чествование лучших тренеров, учителей физкультуры и спортсменов, соревнования по стритболу, волейболу, армспорту, боксу, шахматам и другим видам. Напомню, начало 9 августа на площади у Южного Молла в 18:30. Участниками праздника могут стать все желающие.